Итак, вес 70 килограммов 700 граммов. И его соперник по первому поединку. Представитель бойцовского клуба «Ахмат» Казахстан. Встречайте, Василий Тахта! Я еще раз вспоминаю, это первый поединок завтрашнего вечера. И сейчас мы узнаем, сколько же весят спортсмены. 70 килограммов 450 граммов. Ну и по традиции, дуэль взглядов, друзья, под ваши бурные овации, аплодисменты! Ваши аплодисменты, Джамал Магомедов, Василий Тахта! Килограммов 400 граммов вес спортсмена и его соперник по поединку, представитель бойцовского клуба «Ахмат», боец из Казахстана Диас Ерисгаипа. Килограммов 100 граммов вес бойца. Face-to-face дуэль взглядов. И, конечно же, ваши аплодисменты, друзья! Вес 70 килограммов 400 граммов. И его соперник, представитель бойцовского клуба «Ахмат», Россия. Встречайте, Шамхан Черный Волк килограммов 500 граммов вес спортсмена. Итак, по традиции дуэль взгляда. Что-то Агулашвили Шамхан Данайя. Ваши аплодисменты, бойца. Вес спортсмена 70 килограммов 500 граммов. И встречаем его соперника, представитель бойцовского клуба «Ахмат», Казахстан, Рашид Тагаев. Спортсмена 70 килограммов 500 граммов. Иманалий Гамзатханов и Рашид Дагаев. Ваши аплодисменты. Уважаемые болельщики, кто придет болеть за Казахстан? А за Россию? Спортсмена 85 килограммов 900 граммов. И его соперник по поединку, представитель бойцовского клуба «Ахмат», Россия, Асламбек Титан Спортсмена 85 килограммов 700 граммов. Павел Катрунов, Асламбек Мусаев.
участники 5-го поединка вечера. И ваши аплодисменты, друзья! Килограммов 400 вес бойца. Я приглашаю его оппонента по поединку, представитель России, бойцовский клуб «Ахмат». Встречайте, Хасан Крушитель Дауда. Вес спортсмена 77 килограммов 200 граммов. Андрей Чубатаров, Молдова. Хасай Дауда, Россия. Вес спортсмена 77 килограммов 200 граммов. И его соперник по поединку, представитель бойцовского клуба «Ахмат», Казахстан. Встречайте бурными овациями и аплодисментами Гойти Кагжал спортсмена 77 килограммов 600 граммов. Самат Эмельбеков, Кыргызстан. Гойти Дазаев, Казахстан. Вес спортсмена 62 килограмма 200 граммов. И его соперник по поединку, представитель бойцовского клуба «Ахмат», Казахстан, Руслан Серекпула. Вес спортсмена 61 килограмм 700 граммов. Итак, лицом к лицу дуэль взглядов. Акшин Бабаев, Азербайджан. Руслан Серикпула, Казахстан. За перевес назначается желтая карточка Акшину Бабаеву. Спортсмен не уложился в лимиты весовой категории. Итак, вес спортсмена 65 килограммов 600 граммов. И его соперник по поединку, представитель бойцовского клуба «Ахмат», Казахстан, Фани Рафиков! Килограммов 800 граммов вес бойца. Итак, Александр Панасюк, Украина, Фаниль Рафиков, Казахстан. Завтра будет жарко. Ваша аплодисменты боя вечера. Встречайте, спортсмен из Бразилии. Please welcome, fighter from Brazil. Соперник в дороге. Поэтому приглашается
Абубакар Вагаев, спортсмен, представляющий Россию, бойцовский клуб «Ахмат». Его соперник находится в дороге, и он пройдет процедуру взвешивания несколько позже. Вес 77 килограммов, 200 граммов. Абубакар «Скала» Вагаев, Россия, бойцовский клуб «Ахмат». Поединка вечера. Дорогие друзья, встречайте, боец из Бразилии, please welcome, fighter from Brazil, Emerson Cavalcante de Oliveira. Вес спортсмена 61 килограмм, 200 граммов. И его соперник по поединку, представитель России, бойцовский клуб «Ахмат». Встречайте, Абдулрахман Воин Тудаев! Вес спортсмена 61 килограмм, 400 граммов. Face to face. Эмерсон Кавальканте де Оливейра, Бразилия, против Абдулрахмана Воина Тудаева. Россия, Ахмат. Ваши аплодисменты, друзья! Вечера. Please welcome, fighter from Brazil. Добро пожаловать, боец из Бразилии. Anderson Brinja dos Santos. Вес спортсмена 61 килограмм, 700 граммов. 61 килограмм, 700 граммов. И его соперник по поединку, представитель России, бойцовский клуб «Ахмат». Встречайте, Саид Нурмагомедов! Вес спортсмена 61 килограмм, 600 граммов. Так, дорогие друзья, face to face, лицом к лицу. Anderson Brinja dos Santos, Бразилия. И Саид Нурмагомедов, Россия, бойцовский клуб «Ахмат». Я представлю участников главного поединка завтрашнего вечера. Встречайте бурными овациями и аплодисментами народный артист Чеченской Республики Резавди Исмаила! Вечера. Но для начала я готов услышать, насколько вы готовы увидеть бойцов. Не слышу! Второй этаж! А теперь все вместе! Под ваши бурные овации и аплодисменты встречаем бойца из Бразилии. Please welcome fighter from Brazil, Valmir Bidu Lazarov. Спортсмена 70 килограммов, 200 граммов. 70 килограммов, 200 граммов.
и его соперник. Please welcome. Встречайте, боец из России, бойцовский клуб «Ахмат». Ваши бурные овации, аплодисменты. Хусейн Капитан спортсмена 70 килограммов 100 граммов. And his weight 70 килограммов 100 граммов. Лицом к лицу дуэль взглядов. Ваши аплодисменты участникам главного поединка завтрашнего дня.